Всем привет, дорогие друзья, это канал Сан Солнышко Плей. Сегодня мы продолжаем играть в метро 2033. Если что-то тут балаганцы, тут болтают, мешают. Нет. Погнали, что мы делаем? Возьми мой запасной фильтр от противогаза. Давай. Мы наверх идем. А где? Эх, никто меня не слышит. Чем мне не дают? Нет, никого. По-моему, он мне не дал. Если ничего. Кто-то слышит. Че, пацаны, как дела? Это Москва. А чё они все балакают, интересно? Ну, давай мурки проходить. Я уже Михи забашлял. Ну, если вы живы, ответьте. Но мне ничего не платил. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Вот дерьмо. Да, приятно с вами иметь дело. Да ладно. Шутка? Нет, никого. Смешная шутка вообще, бро. Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам, прикройте меня. А чё, он-то не уголос изменился? Ненавижу. О, можно я вот с этой пушки сейчас постреляю? Давайте, я готова. Давайте. Эй! Я хотела с ним пострелять. Отдай. Да вроде все спокойно. Ай! Да вы меня выпустите, дед, блин. Давай. Пушку отняли, блин. Ничего не дали. Все, идем, вперед. Спасибо. Спасибо, спасибо. Надо валить отсюда. Валим, валим, валим. О, мы наверх. Все, нас телепортировали. Как описать чувства, когда после 20 лет в тоннелях видишь небо? Когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвует чудовище. «Вот он, мертвый город», — сказал мне Бурбо. «Добро пожаловать домой». Домой, да. О! Противогаз надеваю. Хорошо, что мне подсказывают, он у меня умер 10 раз. А теперь будь очень, очень настрём. Очень, очень. Я очень настрём, смотри. Подожди, я тут облазю? А вот и счастливые, бля, жители этого райского городка. Чё, крыса какая-то за мной бегает. Эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику действующую. Ага, ага, ага. Без них метро бы уже давно скопытилось. О! Иногда на их шмурок набредает. Смотри-ка. Оп! Ой! Я же перепрыгнула. Что за фигня? Смотри, какую балку бабахнули в меня. Они часто на поверхности хроны мастера, куда добычу ставлю. Господи, дурак, что ли? Наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Че тут эти за штучки, кстати? Какие-то, как будто кораблики. Что тут у нас? Ага, фильтры пригодятся. А тут и маслинок насыпала. Так, тихо, спасибо, я теперь слежу братан. Ага, вот еще, смотри. Оп! Все, я молодец, теперь прыгнула. По башке не дали. Уже хорошо. Ух ты. Что происходит? О, бумажка. С того самого дня, как я оказался в метро, я мечтал снова подняться на поверхность. Снова увидеть тот волшебный огромный город из моих снов, светлый живой город из моих детских воспоминаний. Но то, что я увидел наверху, призрак, кошмар. Я не узнал его. Не могу больше представить себе, как я тут жил раньше. Как мы жили тут с моей мамой. Как были счастливы. Ничего не помню. Даже ее лица. А ведь я так надеялся, что поднимусь на поверхность ее лицо, ее улыбка, хотя она миг промелькнут передо мной. Нет. Я тут совсем один. И у меня нет другого дома, кроме метро. Звучит как-то грустно, конечно. Грустно. А где ящик-то, который я должна открыть? Скажи. О! Фига. Вот это мне надо. Отлично, все. Так, кстати, я ни разу еще гранатами не пользовалась. Вообще ни разу. Надо бы. Оп! Бахнуть как-нибудь. Только я не знаю, как их выбирать. Да, попробуем. 5, 6, 7, 8. Нет, не выбираются. А как выбирать? Подожди, давай быстренько посмотрим. Мне просто интересно. Оружие. Огонь, прицел, доп. Оружие, доп. Оружие. Это вот оно, наверное, есть, да? Ой! Ты чё бросаешь? Подожди, а как выбрать гранату? У меня же есть граната, я же знаю, значит, это не то. Подожди.
Атак... А, стоп, атак ножом это В. А почему я нажал С? Чё? Смотри, я нажимаю на С, он бросает нож. И на В он бросает нож. А, на В он просто дерется ножом. Подожди. Инвентарь тап написано. Стой, подожди. Это я теперь выбрал гранату, да? То есть я теперь могу кидать вот эту бомбу. Да. Круто. Крутяк вообще. Блин, что это за твари? А где друг-то мой? А. Ну что, готов? Я готов. Тогда двинули дальше. Двинули, да. Фига-то какой. Значит, теперь зырь сюда. Зырь. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухаревке. Ага. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим. Ну, когда базарились. Я согласна. Ой. А, вон летит, смотри. Пацан, начкуйся. Начкуюсь. Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, начкуйся в любую щель. Хорошо. Добро. Их тут демонами кличут. Но лично я называю их суками. Милота какая. Вот он, мертвый город. Все, давай, я перепрыгну. Добро пожаловать домой. Ой, в смысле? А что за фигня? Я же нормально перепрыгнул. Давай, прыгай, я тебя поймаю. Да, в смысле, так... Давай. Оп! Все понятно. Я просто первый раз не дождалась, пока он пройдет. Это, в общем, это так надо. Не знаю. Падаю, все тут. Тачка-то упала, смотри. Придется тебе обойти это, Артём. Блин, минуточку. У меня почему-то пропадают оверлы. Лужу, у меня почему-то пропадает этот оверлей, короче, не знаю почему. Надеюсь, не буду пропадать. Хорошо. Я буду ждать в здании, там есть укрепозиция ордена. И не тормози. И главное, Артём, главное, не ешь жопу. Ой! Вот это мне советовал, конечно, братиш. Ой, да что я нажимаю-то? Перестояла. Взгляните на компас. Сейчас, ну давай. Ой. Так. Так, все, оно улетело. Что я нажимаю, это не так. Так, 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 так. Все, да. Тихо. Все, не надо мне нападать. Так, я так понимаю, не сюда. Больше идти некуда было. Особо. Сейчас тут пошаримся, соберем всякие оружки, патрончики, еще что-нибудь, всякую фигню. Где? Я прям слышу, что они тут бегают. Господи!
Они вот вообще не страшные, ты понимаешь? Они не страшные, но меня пугают. Я не знаю почему, просто пугают. Давай тарай. Пугают и все. Так, тут мне надо найти ключ. Надо найти где-то ключик. И открыть. Ну все, смотри, он причем, видишь, прибежал туда, где я была. Они как будто бы сообщают координаты, блин, где я была. Жесть какая. Так, мне нужен ключ. Дружище, у тебя нет? Нету. Ну, блин, страшные собаки вообще. Нам надо ключ найти. Здесь как будто бы нет. Пойдемте посмотрим наверху. Возможно, наверху есть. Здесь только аккуратно надо. Здесь наверняка опять куча этих ловушек всяких. Нет? Я просто внимательно теперь смотрю. Внимательно. Спаси. Кого? Кто? Что происходит? Кого спасти? Жизнь, в смысле? Что-то меня подключивает опять, смотри. Здесь как будто бы вот этот гул, как будто бы здесь вот люди были. Ну. Черный тут вот стоял. Так это они мне говорят спасти? Их спасти? А как я их спасу-то? Подожди, так они же нас убивают наоборот. Как я их буду спасать? Что за прикол? Я не могу найти ключ, не знаю где. Нету. Блин. Вот можно как-то прокрасться? Давай убей. Блин, ну то я не видел, чтоб оно кричало. Но оно крикнуло. Ты сдохнешь, нет? А-а-а, да блин, мать твою, как ты так быстро? Отстань, отстань. Блин, много, много. Вот так, вот так, куда? Тихо, тихо. Ну вот они кричат и призывают своих пацанов, понимаешь? И все. Дружище, не вижу у тебя хилку и патроны. Давай. А, мне не надо пахать? Пойдем сюда тогда. Слышу, опять летит. Этот летающий. Ой-ой-ой! Что это за крыса? Кстати, опять гранаты не кинули. О, фотку на чата. Так, давай-ка протрем личико. Ага. Кто это там? О, это парень какой-то. Из 2007-го. Взяли, порвали, сломали мне этот маску. Маску. Так, тихочки. Тихонечко. О! О! Так, ну сюда? Нет. Кто? Я? Я? О! Тут кто-то вон, смотри, слушай, тут кто-то тусил. Какой-то сталкер, наверное, или еще кто-то. Чайничек вот этот. О! Помню, помню такие дворы, помню. Было, было. Ой, детишки. Вон он, вон, сиди, смотри. Ну вот они опять вызвали. Сейчас они по мою душу прибегут. Я убегу. Чё за шум? Так, смотри, вон они бегают.
Вон сидят. Ну, о. Но мне их явно надо будет убить, потому что, я так понимаю, мне как раз таки в ту сторону-то и идти. Посмотрим. Все, один минус. Ну-ка не кричи. Не надо призывать себе никого. По одному. Да, как он так пролез? Да господи, как у меня пугается-то? Да почему? Почему они меня так пугают? Я вообще не понимаю, они вообще не страшные. Но они так резко подходят, знаешь? Я пугаюсь. Все, я убегаю. Вон еще один бегает. Да сдохни уже. Да сдохни. Они меня достали уже. Ну реально. Они для меня они вообще не страшные, понимаешь? Но они меня пугают. Вот этой резкостью своей. Куда мне идти-то? Не сюда. А, вон в ту сторону, все, окей. Пугают своей резкостью просто, все. Оп! Так, надо прям быстро. Так, очевидно вниз. Подожди, оп! Тут еще есть? Ой. Так, ой-ой-ой. Господи, ты что пугаешь меня? Вперед. Так, тихо. Так, она сидит. Мне куда дальше? Через него, что ли? Ты что, серьезно? Подожди, демон. Стой, давай я пробегу рядышком с тобой. Вот, все, пока. Стой, я тут не пройду. А он, смотри, он напугался, я его напугала. А, вот, все, сюда. Тихо. Все, отстанет меня. Я просто не хочу на него патроны тратить, потому что, ну, в целом не хочется на них тратить патроны, потому что они... с них ничего не выпадает, да? То есть это максимально бессмысленно. А, вот куда. Все. Все, отстань. О! Чуть труп у меня стало. Нормально. А, да ёпта! Что происходит? Ты чё? Чё за фигня? Минус две хилки просто. Да... А чё тут столько ловушек-то? Куда так много? О! Так, офис какой-то. Я вооружился по полной. Я отправился на север, на ВДНХ. Похоже, у них там проблемы с нашими старыми друзьями. Если они вернутся через пару дней, сообщи полковнику и собери наших людей. Удачи! Слушай, это как будто Хантер, нет? Голос похож на его. Очень похож. Тут еще такие звуки, как будто кто-то дверь открывает там и такое. Так, ну я тут все ловушки собрала, так что можем просто смело вот так вот проходить. Не бояться удариться, потому что мы уже и так ударились. Так. Оп! Так, внизу есть еще? Нет, ничего. Только какая-то фигня. Так, ну-ка, ребятки, хватит жрать. О! Могу. А. Ты просто патроны подобрала. Так, здесь надо поаккуратнее тоже смотреть, потому что, мне кажется, здесь тоже могут быть ловушки. Они вообще здесь повсюду, на самом деле. Никуда, вниз, вверх. Мне кажется, вниз. О, парнишка тут, видишь, спрятался, заныкался. Так, куды? Странное местечко, конечно. Так, где, дружище мой? А, вон он. Фух. Ну ты меня напугал, парень. Это я. Рад, что справился. Я, честно говоря, думал, что ты уже жмур. Чё? Сам ты жмур. Почти. Я почти пришли, еще один двор остался. Идем.
Сейчас на нас точно нападут тут. Оп, блин, залезть не могу. Я так поняла, что с ним, когда бегаешь, нужно его внимательно слушать и за ним лучше идти, потому что я вот уже несколько раз прокосячил, и нам там поударяют немножко. Стой, 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 где? Вон они, смотри, летают. Почему? Чё, давай вперед, двигай. Давай, давай. Тихо. Слышу. Давай понемногу отходить. Отхожу, я уже все прятался. Вот эти уроды! Бери! Ой, 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 ой! Сейчас помогу, друг. Но они как-то плохо бьются. Так, главное, чтобы с жопы не подошли. Я буду пугаться. Главное, что? Помнишь, Артём? Помнишь? Главное, что? Желтый снег не есть. Да я помню, да. Помнишь? Так, тихо, 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 тихо. Блин, подошли, подошли, близко, подошли, близко. Они вот еще зовут собаки, зовут трусы. Зовут трусы. Ё-моё, когда зовут-то? Мне как-то плохо нравится. Чё, мы бежим, нет? Куда ты стоишь? А-а-а, блин! Тихо. Ай! Ой-ой-ой, дракон, 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 дракон! Демон, дракон, блин. Ой, много. Ай, блин, меня схватили. Меня украли. Отпустите, пожалуйста, отпустите. Отпусти. Скотина такая. Блин, быстро, быстро, быстро. Так, куда бежать? Куда бежать? Обратно беги, быстрее. Я боюсь, боюсь. Ай, блин, опять схватила. А, нет. Все, нормально, нормально. Неприятно, неприятно. Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Да Бурбон вообще что-то, короче, совсем крышуется. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда свинтить. Угу. Давай свинчивать. Я помню эту решеточку. Посмотри, что за дрянь там на стенах. Как непонятно. Черт, я не пролезаю. Ладно. Он что-то так орёт. Мы вроде как на базе других, ну, чужих чуваков, а он так гремит сильно вообще, кричит. Какой-то странный перец. Первый пошел. Все равно. Стоять! Кто такой? Зло. А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Фейспалм. Да это же наш челнок Бурбон. А чё ты, кто такие челноки? Да понимаю. Ты базарить научился! Молодца! Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. Хозяин? Ну, конечно. Хозяин так не хозяин. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай, двигай! Все, пошел, дорогой, пошел. Блин, ну он так тупо вылез, блин, ну камон. Это было очень палевно. Он даже не посмотрел, есть там кто, нет там никого. Просто вылез такой, и первый пошел. И все, я первый пошел. Я ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Так, нет, шмоточки мои теперь. Они теперь мне принадлежат. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Тоже классно посмотрели, нет, чтобы залезть в вентиляцию, да, там посмотреть все. Калаш. А что у меня есть? Вот этот пистолетик, вот этот. А давай. Калашочек-то поинтереснее будет, я думаю. Чем этот тупой. Вон, смотри, что это такое. Это типа пауки? А ты предлагаешь с этой стороны вылезти, да?
хорош. Сейчас мы их застосуем. Сейчас. Оп. Все, полежи, парниш. Полежи, чувачок. Так, тут тоже все, затушим. Так, это мне надо. Слушай, они труп-то сейчас не увидят. Мне кажется, если они сейчас увидят труп, то они меня как бы рассекретят, нет? Тут я не могу пролезть. Но вообще, наверное, не должны. Они какие-то... Ох ты, а что это такое? Что это за оружка? Я не хочу. Мне, в принципе, достаточно пока моих трех. А пистолет просто, знаешь, такой, он более простой в использовании. Он довольно сильно дамажит, поэтому такой приятный. Мне нравится пистолет. И, правда, мало им пользуюсь, но вот он против людей хорош. Так. Тушим все, что можем. У них такая музычка приятная. Опс! Упс! Упс! Они этого не слышали, да? И не видели. Понятно. Поняла. Красавчики. Так, стоп. А тут что-то много народу. Сейчас. У тебя-то что за проблема? Блин, как вы к ним аккуратно подлезть? Сейчас вот прям тупо вот так вот подойду. Погоди, я сейчас вернусь. Смотри, ой. Ой. Что с ним случилось? Кто это его? Чего? Я его не убивала, я ничего не нажимала. Ой, вот банки, смотри-ка. Здесь, значит, не пойду. Можем, в принципе, идти в том месте, где я уже наткнулась на ловушку, да? Вот здесь. Опа. Ты чё, блюёшь, что ли, дружище? Ты, это нормально, всё. Давай, полежи, отдохни немножко. Так, балку я тут сломала уже. Так что можем просто тупо пройти. Опа. Блин, нет, он смотрит. Мне надо, чтобы вот он ушел, вон тот. Давай, моя прелесть. А, ну вот этот пошел. Сейчас мы его тогда заберем. Ну что же за непруха такая, ёптель-тёптель. Ёптель-моптель, да. Блин, ребят. Беги, давай, беги. Ладно, надо их обойти как-то. Давай сюда рожу. Два рожка, калаш. О. Не, походу, блюки. Он, бля! Шукер, пацаны! Шукер, братва, тут честного пацана, суки, кончились! Стой, их кто-то тоже убивает, кроме меня. Вон, видишь? Ничего, пацанчики, ничего. Да что-то, походу, делся куда-то, сучонок этот. Все, они меня не видят, они тупые, не видят. О. Ну чё, потопали искать ложка? Да, давайте, топайте искать ложка. Я тут перед вами прям бегаю. Вот тупые. Да какой это пацан? Это реально петушара гнойная. Петушара! Это ты, петушара, а не я. Кто их вырубает-то, мне интересно? Кто их вырубает, реально? Просто второго уже убили тоже. Ну, не убили, а... Вон, видишь, еще один слег. Кто это делает? Я реально не понимаю, кто это делает. Так это, может, мой друг? А тут черт
Блин, а я не пролезу здесь. Можешь их просто переубивать уже. Хотя, как-то, знаешь, не хочется патроны тратить, если ничего, можно их так вот победить. Да, да, да. Слышала уже, слышала ваши эти пустые угрозы. А! Фига себе какие! Ничего себе! Ничего себе! То, блин, в упор не видит, то, блин, в упор видит. Ну чё, пацаны? Не вижу. А, вон стоит. Все. По-моему, все. Это был последний. Так, патрон взяла. Тут всех, всех обшмонькала, как говорится. Кто мне помогает? Так может это, знаешь, этот выбрался, Бурбон? Прикинь, видел чувака, которого они сейчас поймали? Нет, нет, это а не Бурбон. Бурбон! Да ладно, хорош, чё, правда? Ну, безбашенный перец. Ну вообще безбашенный перец. Да я тебя... Гранатка. Блин, они труп. А, вон они наверху. А я без понятия. Блин. Ой, по-моему, меня увидели. Шухи, пацаны! Ну, дурни, поворачивайтесь спинами. Короче, братан, ой, надо искать ложка этого. Да давай, давай, ищи ложка этого. Давай. Вперед, из песни. А, что, да, а у тебя? А у тебя? Ну, хрень чисто дальше. В смысле? Ты что, охренел? Как у меня спалил? Объясните мне. Девочки, у меня калаш. Я вас расколбасю. Давайте гранату кинем. Так в смысле, это я вам гранату кинула, а не кинула. А, вы мне тоже кинули? Фига, мы обменялись, пацаны. Я вам, вы мне. Как-то мне надо поближе, знаешь, патронов-то нет. А патрончиков-то нет. О, попал. Тихо-тихо. Так, стой, а я сняла этот противогаз, он мне не нужен. Нет. Сними его вообще. Дурной, что ли? Снять. Как снять? Вот. А то хожу зачем-то в противогазе. Ац, 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 ац. Кого там прижал? Свое очко. Мне на, лежи. Прижал он, блин. Себя прижми. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу. Это одноглазый или гонокон? Опа! Артём! Чё за... Да! Бурбон! Ты зачем его убил, урод? Ну все, калаш мой теперь точно. Капец. Опа! Можешь опустить свое оружие, юноша. А ты кто такой, дядя? Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это, да, богом проклятое пошли место. Пошли, конечно, я же не против. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут. Коллеги. А я предпочел бы избежать нового кровопролития. Фу, жесть. Я возвращаюсь к Тургеневской.
Здесь, на Сухаревской, поздновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, да не, пойдем. Можешь остаться. Не, пойдем. Сейчас. Одну заметку не записал. Мертвый город, две заметки. Блин, вообще плохо смотрю. Наверное, такие люди, как Бурбон, родятся с петлей на шее. Всю жизнь ходят по краю, рискуют всем ежедневно. И им кажется, что они всегда сумеют вот так бегать от смерти. Только от нее не убежишь. Если всегда ходить по краю обрыва, рано или поздно сорвешься. Зачем я себе и говорю это все? Чтобы убедить себя, что не на смерти Бурбона? Что он все равно бы кончил так же, рано или поздно, потому что сам выбрал для себя эту судьбу. Говорю, чтобы не слышать другой голос внутри себя, который твердит, что я мог его вытащить. Мог как-то поменять его жизнь. Он ведь не был таким плохим человеком, Бурбон. Не мы такие, мир такой. И какое право этот хан имеет его судить? В натуре, хан, ты что, охренел? Друг мой, Бурбона обижаешь. А ты где? Куда пошел? А. Что ж, мудрое решение. Такая у меня выбора-то не было, у меня как бы игра туннель. И все равно с тобой. Появление хана стало для меня полной неожиданностью. Да, это он, хотя значит, и чувствовал, мне. Что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Да. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Ну конечно, тоже жаль. Как не жалеть-то? Патронов мало, дружище, ты где? Подожди меня. Подожди! Не оставляй меня одну. Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ. Даже крыс нет. А почему? Почему так? Не поделишься информейшеном? Откроешь? Они знают, что мы здесь. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Ты чё, дед? Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Чё за хрень была только что? Меня кто-то ручками схватил. О, смотри, у меня туда набор. Я знаю этот тоннель. А он знает меня. Какие вы милахи с этим туннелем. Пойдем. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. В смысле? Ты только что сказал, что здесь никого нет. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. А эта штука не круче? Или моя круче? Вот какая? Тут ты хрен пойми. Ну, не знаю, мне кажется, моя круче. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. А, вон тень, да? Вон, вижу тень. Мы вон. Должны обойти их. Не прикасайся к себе. Это как Ghost Exile, короче, мир теней. Там нужно избегать теней, чтобы бабка не прибежала. Страшная. Сосредоточься. Так я нормально все иду. Ой. Что за фигня-то происходит? Вот это чел много знает очень. Я привык к опасностям. Привык, что человеческая жизнь может оборваться в любой миг. Я видел своими глазами монстров, которые не должны были существовать никогда. Ходил по руинам города, населенного одними мертвецами. Но все это было реально постижимо. А то, что происходит вокруг хана, находится за гранью моего понимания. Мне неуютно с ним. Страшно. С ним мне начинает казаться все, что я знаю в мире, о людях, о смерти, о себе самом. Всю глупость и все ложь. Мне не на что больше опереться, не на кого положиться, кроме самого хана. Еще одного случайного попутчика? Или не случайного? Ах, кто ж, ой. Мама! Ой. Где ты? Ой. Все, я не могу пройти, давай зажигалочку подпалим. О! А я потом не прошла как бы по-другому. Чё так страшно-то? Я ж подпрыгиваю каждый раз.
Он прямо на проходе был, он был огромный, его нельзя было обойти. Ну вообще никак, без вариантов. В сторону, Артём. В смысле, куда? Это что сейчас? Поезд настоящий. Ого! Вот это очень круто. Смотри, призрачный поезд. Обалдеть вообще. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом. Обалдеть. Где живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Жуть. Ну то здесь каждый раз одни и те же тени, одни каждый раз одинаково пробегают. Да я боюсь, я иду, как бы, я вот постою тут аккуратненько. Сейчас опять кто-нибудь пробежит на меня, опять меня заденет. Не хочется. Они еще бегут так странно, непонятно, они в твое направление? Ну, то есть они на тебя акцентируют? Замри и смотри вперед. Все, замерла, смотрю вперед. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Давай. Иди. А как через них пройти-то? Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Да, они разошлись, смотри. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Ну что, маг какой-то, шаман? Алаум раум ом. Кастанай лапио. Вообще ничего не понимаю, что происходит. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Ну что такое? Че, идем? Че стоишь там? Пошли. А че он так идет медленно? Давай я у тебя это, паутин боишься, давай прожгу. Все нормально? Идем. Ну что так подозрительно шел просто? Мне кажется, это все грибы на него действуют. Вот эти зеленые. Чего он так медленно идет? Что случилось? Ну, крысики. Ну, жмурик. Че бояться-то? Нечего бояться. Идем. Давай я вперед пробегу, и ты не будешь бояться. Так. Ой. Тут крысы бушуют. Немножко. Ой. Чё? Тут опять крысы бушуют. Ну как-то очень тихо, да? Подозрительно тихо. Ой. Кто идет там? Вот иди вперед теперь. Ну, тут нет никого. В смысле, все. Тихо. Все, давай, я за тобой прям. Сосредоточься. Я вообще максимально сосредоточен, давай. Что, открыть, что ли? Блин, чуть челика не убило. Ну, зачем он и так мертвый? Ну, понял. Отстаньте, твари, отстаньте. Так они нас... А, ты живой, все нормально? Все. Проклятие. Этот несчастный Стургеневский. Ну, а что поделать? Кажется, положение там становится все хуже. А, я взяла, короче, дробаш. Идем же. Да я иду. Сейчас подожгу этих пучков. Кстати, здесь меня не учили поджигать пауков. А вот это я из второй части просто помню. Что надо их жечь. И что они вообще света боятся. Сосредоточься. Опять, что ли? Сколько можешь сосредотачиваться? Уже устала. Че у тебя такие дружище? О! Фу.
Ну слушай, он меня обманул. Он говорил, что здесь нету монстров. И нету людей, нету крыс. Я видела людей. Ты чувствуешь? Крыс. Оно приближается. Да? Это редкий талант. Я видела так крыс и монстров уже. Замри. Что это такое? Что это за огонек? Ой. Подожди. Мы называем это аномалией. У нового мира новые болезни. Фига себе аномалия, блин. А это что? Опять аномалия, он смотри, плывет. Она убила монстра, смотри. Страшная вещь, да. Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Ой, я боюсь, подожди меня. Ой. Будь осторожен. Я максимально... Пипец их тут... Ты посмотри. Я такого еще не видела в этой игре. Тут их прям поели знатно. Ты посмотри, что. Одни скелетосы. Обалдеть вообще. Прям до костей пожранные. Обалдеть. Дьявол. Что, она заметила, да? А где? Слезь с него! Чудовище возвращается. Зачем она на тебя залезла? Тихо. Ты соберешься? Сейчас, подожди, я тут патроны собираю. Ой! Тихо. Ай, собака! Собака, хватит меня бить, не зажали, друг, помоги. Ё-моё, вы чё, сдурели что ли, чё, больные, сколько можно? Быстрее, кали себя, кали, пока они на него... Ё-моё, чё так много? Ай, больно. Ё-моё, чё происходит вообще? Дружище, ты их убиваешь? Ну, зашибись, меня убей. Ты их очень много, я вообще не успеваю их убивать. Подожди, дай патрон соберу. Давай, может, этот? О, калаш есть немножко. Может, у этих патронов есть? Дьявол. А, так у меня гранаты есть. Еще кину в них. Подожди. Давайте, идите, тварь. Кидай! Готовься. Чудовище возвращается. В смысле, это все? Сейчас они придут толпой. На! Горите все в одну. В аду горите. Все, пусть они... Блин, сейчас челку сгорит, боже. Ну, сейчас, я надеюсь, они подгорят немножко, полегче. Я не вижу. Горите. Слушай, на огонь нормально так помогает. Вон сколько положили. Надо просто попадать. Просто попадать в них и все. Все, смотри, как простенько. Все, изяно вообще. Сейчас соберу патроны в чем. Еще что ли? Хватит, хорош. Все? Во что? О, так их сейчас этот наш свет зашитит. Смотри, всех поджарил. Смотри, что творит.
всех поджарил вообще. Красавчик. Что, дальше идем? Вот так оно и происходит. Живой примет. Прикольно, прикольно. Очень удобно иметь таких союзников. Что это за штучки вот эти крылатые? Че, мы дошли? Нет, что-то страшно тут. Монстров много вообще. Непонятных. Прыгай на дрезину. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Кайф. Сейчас ветерком прокатимся. Какой-то странный чел. Хан. Ну какой-то, мне кажется... Изучает какую-то тайную магию. Благородная и важная миссия. Но думаешь ли ты, что люди полюса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не важно? Ты что встал-то? Садись. Тебе не нужно отвечать. Да я вообще никогда не отвечаю. Кто там? Куда побежала, колбаска моя? Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Угу. Вот и все, поехали на проклятую Тургеневскую. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Так, ну что, ребяточки, мы на этом моменте будем заканчивать. Спасибо большое за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.